Здравствуйте, я шеф-повар Валерий Козлов. Сегодня при помощи Эльмастер приготовлю тартар из говядины и свежевыжатый фреш из киви. Для тартара из говядины нам понадобится филе говядины, лук репчатый, перец чили, каперсы и маринованные огурцы. Мясо, огурцы и чили пропустить через мясорубку. Лук порезать мелко ножом. Соединить компоненты в миске. Добавить каперсы, соевый соус и бальзамический уксус. На лаваш выложить тартар, сверху желток перепелиного яйца. Конструкция соковыжималки предусматривает плавный старт и непрерывную работу прибора в течение 20 минут. Сок холодного отжима из киви мы приготовим при помощи шнековой соковыжималки. Сок сохранит все питательные вещества и энзимы. И всего за несколько минут при помощи Эльмастер мы приготовили тартар из говядины и фреш из киви. С вами был шеф-повар Валерий Козлов и мясорубка Эльмастер от Элемент. До новых встреч и новых рецептов. Пока!